back. There's another way. Теперь у нас будет второй прием. Давайте за спину. Yeah, I start in all the same position. Call this a seatbelt. Like I'm wearing a seatbelt. То, как Джефф держит руки, называется этот. Стегной ремень в автомобиле, seatbelt. Это основная позиция, с которой будут начинаться все эти приемы, когда мы проходим спину. Okay. So, what I'm doing... So I come here, with the seatbelt, I come here like this, like a choke. Okay? He's gonna defend. Defend. When he defends with his arm, I come in. Defense. Okay. I come in here. Grab. Okay? Let go, come in here, grab. Like this. Okay? Наша задача захватить руку. Мы делаем попытку удушающего приема. Человек начинает защищаться, после чего мы перехватываем руку. Two on one. Boom. То есть мы хватаем двумя руками его одну. Now I pull in. Тянем ее к себе. Okay? Now. Boom. This. I come to this side. Hook. Same thing. Переворачиваем просто на другую сторону и берем уже ноги. Захватываем. Заправляем ноги ему. Here. Oh. Here. This, look, I'm gonna choke like this. So he defends. So now I come in, grab the wrist. Хватаем его за запястье. Come under here, grab. Not this. This, two on one. Tuck tight. Тянем его к себе и держим крепко, чтобы у него фактически отключаем часть его тела правую. Заправляем одну ногу и крутимся. Now, fast here. Not this. Не надо заправлять сразу две ноги. Because look, he put your back on the floor. Положи спину на ковер. Yeah. То есть он очень быстро уйдет из этого положения, если вы заправите ему две свои конечности между ног. So, I come here, here. Если это всего одна, то вы контролируете его корпус полностью ногами. I block the hip here. Фактически вы верхней ногой блокируете его, ну, задницу, да, задницу. If I do this, бедро. Если мы продолжаем дальше, он сможет прокрутиться. Okay. Okay, let's go.